Так, сегодня будем собирать кейл, пока его жуки не съели, потому что, видишь, жуки уже пришли и стали его есть. Видишь, вон, он и дал сколько жуков там, этих вот нехороших гусениц. Смотри, вот тут три гусеницы, тут вот еще две гусеницы, да, они его жрут. Поэтому нужно его начинать есть уже быстрее гусениц. Видал, а здесь сколько их тут? Он видал их, сколько пришло жуков всяких в ассортименте. Значит, у нас есть наш баскет. Итак, сейчас я немножко камеру, чтобы было видно. И начнем сбор урожая. Начнем с нижних листочков. Вот здесь вначале. Чтобы он... Так. Раз. Так. Давай посмотрим, что будет здесь. Сначала надо самые нижние листочки собрать, чтобы жуки до верхних листочков не доехали. Так. Так. Этот какой-то желтый отвалился. Так, все, это значит собрали, что могли. Этот базилик, пожалуйста, видите, какой базилик. Вкусно пахнет. Так, давай здесь скейл заберем. Раз. Желтые листочки отвалились, их убрать. Так. Все, тут вроде тоже нормально. Ох, видал, что? Гусеницы сразу приползли его жрать. Мой кейл. Сожрут весь. Так. Давай посмотрим, что у нас здесь. Тут тоже можно оторвать листочек. Так, что у нас здесь? Эти нижние оторвем, чтобы они не мешали. Так. Так, здесь что-то тоже нижние оторвем, чтобы они не мешались. Так, здесь сейчас, значит, вот этот листочек возьмем. Этот листочек возьмем. Так. Так, так, так. Давай на этом посмотрим, что здесь выросло. Тут у нас, сука, их. Сначала оторвем вот эти листочки все. Яблонь отвалился. Дерево что-то, яблоко отсюда его. Так, здесь что у нас? Тоже лишнее убрать. Лишнее уберем. Тоже лишнее уберем. Муравьи какие-то бегают по ним там. Муравьи надо. Так. Так. Тут всякие сорняки растут. Последний у нас вот здесь живет кейл. Сейчас мы тоже эти желтые листочки уберем. Желтые листочки уберем. Зелененькие можно съесть. Так. 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 Еще тоже пару больших возьмем. Так. Так. Так, это тоже большой какой-то. Так. 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 Теперь надо жуков поубивать.
гусениц, смотри, сука, понаползло их сюда. Жрать мой кейл приползли. Так, видишь, что не одни жуки, так другие приползут. Жрать мой кейл. Надо их истреблять. Так, здесь вот тоже их взял сколько. Куча жуков всяких разных. Надо будет потом повнимательней посмотреть. Потому что смотри-ка, что у них тут снизу, сверху. Просмотришь, они сразу набегут. А это что-то такой маленький листочек. Непонятно зачем. Так. Ну, по крайней мере, афипсов нету. Ну, тоже жуки хотят жрать мой кейл. Но его некоторые, который такой старый, его можно потушить, который новый. А вот смотри, вот здесь афибы. Он взял, сколько их тут. Вот это тоже вредоносные жуки. Вот это афибы. Надо, наверное, их тоже как-то. Причем, я вижу, не на всех лист. Ох, тут тоже, смотри, сука, много их. Но их вот обычно вот так вот уберешь, потом спрыснешь их. Сейчас я их уберу, потом побрызгаю какой-нибудь нужной. Этим самым. И, в принципе, вот этих листочков еще есть шанс выжить. Если всех вот этих вот мягкотельных жуков убрать отсюда. Видал, что творится? Хотят сожрать мой кейл. Но не тут-то было. Мы перехватили инициативу в свои руки. Сейчас мы их тут всех... Это потом надо будет делать второй заход. Смотреть. Потому что, в принципе, тут надо растение спасти. Так. Ну вот, как-то так.